Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру Нек. Я бегаю Неком и идем в старую шахту. Они выкопали эти тоннели сотни лет назад в поисках реликтов. Сейчас я доберусь до тебя, понял? Тогда они находили их во множестве, но сейчас запасы совершенно истощились. А это еще что? Что за букашка? Больно. Ну-ка, не трогай меня. Жучок. Дальше идем. Да как так-то? Я вроде бить нажал. Реликты — это хорошо. Ну-ка еще вот здесь откроем. Здорово, ребятки, только стреляйте по одному как-то. Одного вытащил, так. Ну-ка, да как так, все-таки зацепил меня. Ладно, идем. Здорово. Че ты тут сидишь один-то? На. О, еще уворачиваться умеешь. Ох ты, как больно-то бьешь. Да хорош, а как так-то? Ладно, сейчас я к тебе приду еще раз. Блин, он крутится, мощный такой. Ну-ка, янтаря, может, хватит его прибить. Не хватает. Давай с прыжка. Ну, это серьезный парень попался нам. Да капец. Вот так, все. Сейчас разрядим эти ловушки и сможем пройти спокойно. Здорово, чувачки. Вот сразу двоих так. Вот это меня очень так бьет неожиданно. Надо ее сразу подбегать. О, здесь их двое. А как мне с двумя-то бороться? Эти вообще мощные. Так, ладно, с одним получилось. Сейчас этот крутанется. А, он три раза крутится, получается. Давай. Раз, два, три. И теперь мой выход. Все нормально, я научился с ними биться. Где что спрятано? Может, что-нибудь есть? Ничего нету, надо янтарь собирать. По какой-то причине реликты всегда находят в зданиях вроде этого. Но разве это вообще здание? Двери нет. Нога человека внутрь не ступала. Сейчас проверим, найдем реликты, не переживай. Что-то падает. Вот и реликт. Мне надо подрасти и вообще хотя бы надо... Что тут есть? Сундучок, нормально, спускаемся, забираем. Деталь двойного аккумулятора, редкость 1. Нек может накопить в 2 раза больше энергии янтаря и наносить более мощные суперудары. Пока не собрано ни одной детали двойного аккумулятора. Надо еще пособирать. Надо, в общем, всю коллекцию, похоже, собрать. Двойной аккумулятор. Давай еще искать. Может, где-то спрятано. Может, еще какой-то проход есть. Как-то страшно, тут что-то камнепад может начаться. Танки гоблинов. Мы их как-то обогнали. Давай разрушим танки гоблинов. Что нам делов-то? Старая дорога не выдержит тряски. Вот. Сейчас гоблины, наверное, повылазят. Вот они, ребятки, здорово еще. Все в обмундировании, так сказать, с мечами. Ну давай, подходи. Подходи, иди сюда. Эх, мне бы янтаря, ребята. Я бы их сейчас всех тогда положил.
Оп. Так, два раза он бьет. Два раза бьет и откатывается. Раз, два. Ай, вот это на этого я напал неправильно так. Ну-ка, подожди. Всех. Троих. Ладно, ну придется опять янтарь накапливать. Давай, давай, пробираемся. По обломкам танков. Во, вот так пойдет куда лучше, смотри, видишь как? И танк могу поднять даже. Кто следующий? Вон он стоит за стеной. Спасибо. Да, спасибо. Побежали, давай дальше. Ой, все падает. Ребята разлетелись просто. Ну-ка, сидите тут. Стой. Следующий. Да давай, во, вот так. Мне большим больше нравится. Можно даже все крушить. Так, посмотрим, что-то... Может быть, секретка какая есть. Ничего нету. Ладно, перепрыгиваем к этим гоблинам. Здорово, малец. Теперь я вас точно могу назвать мальцом, потому что вы для меня уже маленькие просто. Так, здесь стены не ломаются случайно? Нам потому что надо все это собирать. Ну-ка. Давай, подходи, я уже вас вообще не боюсь. Наконец-то я вырос. Приз получен, охотник за гоблинами. А еще говорили, что я не смогу с гоблинами справиться. Я вам все покажу, как смогу. Еще сейчас вырасту, смотри. Скоро уже в пещеру не буду вмещаться. Так, рычаг. А что не работает? Ага, диспетчерская. Но в этом генераторе реликтов нет. Так, надо генератор запустить, похоже. Минуту, док. Сейчас я включу свет. Так, я сейчас уменьшусь, реликты-то уйдут в генератор. Вперед. Ладно, зато все заработает. Так, дверь. И там еще была дверь. Ну-ка, пошли туда сходим сначала. Сундук! Хорошо, что я сюда зашел. Деталь детектора тайников. Редкость 1 отображает близко расположенные тайники. Я только первую, получается, деталь. Все в разработке. Ваша коллекция. Один из 7. Сколько же тут коллекций-то много всяких, а? Давай идем дальше. Ой-ой-ой, он сейчас стрельнет. Подожди. Вот сейчас можно идти. Все, не успел. Не успел в меня стрельнуть. Здорово, чувачки. А, подожди, я же уже не такой здоровый, как я раньше-то. Подлетал просто к ним. С одного удара всех выносил. Здесь что? О! Дай-ка мне янтарь. Тебе он не нужен, точно. Я его себе заберу. Так, ребят, давайте по одному. Ой, как-то я неаккуратно. Тихо. Ловушки надо все обезвредить. Почти попала в меня стрела, да? Надо аккуратно тут все. Реликты, ура. Будем расти. Потому что половина реликтов осталась там в генераторе. А, да, вот так-то лучше. Знаешь, а я нашел тебя в пещере. Вот такой же. Видишь пьедестал? С пещерами вечно так. Смотришь, сам пьедестал есть, а на нем ничего. Но однажды, примерно... 20 лет назад я нашел особенную пещеру. Считается, что когда-то они были живыми. Реликты парили внутри, словно птицы.
Но никому не доводилось увидеть этого. Кроме меня. На пьедестале была сверкающая сфера, а вокруг вращались золотые, красные и синие созвездия. Я протянул руку, и я не понимаю, почему, но сфера пришла ко мне. Много лет я пытался раскрыть тайну сферы и стократно усилить ее мощь. И, наконец, я разгадал ее. Ничего себе разгадал. И появился ты. Эй, пойдем осмотримся, а? Ну, пошли, папа. Можно сказать, что и папа мой. Раз ты меня нашел и разгадал секрет сферы. Что, янтарь сейчас добьем супер до конца? Ну-ка, или нет, не хватило. А, этот с луком. Тихо, 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 я не успел увернуться, а что-то он так сильно швырнул. Ладно, вон вроде реликты есть впереди там. Так, этого убрал. Этого тоже. Ну-ка, давай. Здесь что-то все падает. Похоже, мост рушит. А, это, подожди, вот этот. Все нормально. Разобрались, давай спускаемся. Реликты забрать надо. Где я там? Сейчас до пьедестала доберемся. Назад. Он сейчас сломает мост, дурачок, что ли, а? Ты что делаешь, мы потом пройти не сможем. Еще и разбиться можно тут. Ну давай, держи, Дока, держи, ты главное. Ты где, доктор? Капец, мы в яму какую-то попали. Все прекрасно. Ладно, надо туда выбираться наверх и с ним разобраться, с этим гоблином. Сейчас все рухнуло, надо было пробежать быстро. Все, док, сиди там пока. Я тут расправлюсь пока со всеми. Пока нормально все идет. Янтаря собираем. Сейчас я тебя спасу. Ты сиди, главное, не переживай там. Здесь надо быстро. Эй, стрелки, вы что? Попал, что ли? А теперь я попаду. Ну-ка, давай дальше. Кто еще, ребята? Кто самый смелый? А, ты куда пошел? Подожди, так больно. Что-то я как-то неграмотно здесь пошел. Ну-ка, стреляй давай. Все, я теперь к тебе подхожу. Залезаем. Док, а как ты вылез, я не пойму. Док, ты что, как ты вылез? Ну ладно, пускай, значит, он прыгать умеет. Тихо. Раз, два. На третий удар можно подходить. Все. Ой-ой, увернуться. Ну показывали же увернуться, я не нажал увернуться. Тихо. Ладно, проходим. Раз, два, три. На третий удар можно подходить. А вот это вот плохо, уже что тот начал тоже бить. Мало жизней. Мало жизней, надо где-то восстановиться. Ну-ка давай сейчас... А чё, я никуда... А, вот сюда надо идти. Я думал, там запрыгнуть надо. Док, ты где? Догоняй быстрей. Вот и реликты, нормально все. Еще надо, что-то совсем... Не, полностью восстановился, хорошо. Давайте, ребятки, только по одному. Тихо. А, этот стреляет, а этот три раза крутится. Ну давай, который три раза крутится, сейчас мы... Раз, два... Три. Все, подхожу. А, он уворачивается. Ты посмотри на него. Ну, давай, быстрее бей. Быстрее бей. Док, давай ты. Пошли с нами. Эх, мне бы янтаря еще побольше, а. На. Все, проходим дальше. Нормально. Все, идем. Пещера заканчивается, похоже, или мы куда-то еще идем.
Стоп, завалило. Пошли быстрее. Проход завалило, мы обратно не вернемся. Тихо, надо быстро бежать, походу сейчас все развалится. Неожиданная встреча. Ладно, ребята, встречу мы посмотрим на следующей серии. В следующей серии посмотрим, как это все будет. Давайте, всем удачи, всем пока. Подпишитесь на канал, поставьте лайк видео и поставьте колокольчик, кто еще не поставил. Всем пока.